Божьей милостью будь ко мне грешному. Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать грехи мои, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешник. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока. Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувим, и достойного большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господь Иисус Христос, Сын Божий. Молитву ради Пречистой Твоей Матери, силою честного, животворящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй. И спаси меня, грешника, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий, весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ольга пишет на связи, добавить не могу ее. Лен, попробуй, Олю добавь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас.
Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, благи ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы прославлять Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Читай, брат, встав после сна. Слышно. Вот сейчас слышно. Ну-ка, скажи что-нибудь. Нет, 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 не слышно. Ладно. Оля, давай читай. После сна благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивую и грешную, не прекратил жизни моей сети беззаконие мои, но оказал необычное Твое чакальбе и поднял меня, лежащую без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить Тварь Твою. И теперь просвети мои мысли и открой уста мои, чтобы мне получаться Слову Твоему и уразумевать заповедь Твои, исполнять волю Твою, прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Царю нашему Богу, припадем к стопам Его. Придите, поклонимся самому Христу Царю и Богу нашему, припадем к стопам Его. Что хвалишься за действом сильный, милость Божия всегда со мною. Какой псалом? Гибель вымеш... Номер псалма скажи. 51. Угу. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец, извинит тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость твою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе твоем. А я как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога, развратились они и совершили грустные преступления, нет делающего добро.
Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога, и уклонились, делали странно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, кидающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Тому боятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит стремление народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, именем Твоим спаси меня и силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою, но Бог помощник мой. Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим и истинную Твоей среди их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрела око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего, внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения честивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы, успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря и от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба, обманы коварства не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающихся меня, ибо их много у меня, услышит Бог, и смирит их от века живущих, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз мой, уста их мягче масла, а в сердце их проста. Слова их нежнее лея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботу твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст им поколебаться праведники. Ты, Боже, не сведешь их рук в погибели. Кровожадные и коварные не доживут до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. И во веки веков аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного. Ибо я никогда не делал ничего доброго перед тобой. Избавь меня от зла. И пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Остав от сна я посреди ночи, приношу Тебе песни, спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня.
беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Читаю. Третье. Владыка человеколюбящий. Тебе, Владыка человеколюбец, так воспускает пишу по милосердию Твоему. Принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда во всем. И избавь меня от всякого зла в мире и дьявольской помощи. И спаси меня, и веди в царство вечное. Ибо Ты мой Творец, и всякого блага источник и податель. На Тебя вся моя надежда, я Тебе шлю хвалу, ныне и присно. Ибо веки вечные. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Его Сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных живущих, озирающий долу земные, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный вечный свет, который не имеет изменений в силе и не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, дни моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обиды сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст и прости нам прегрешения наши, совершенные нами дело, словом и мыслью, сознательно или бессознательно, и очисти нас от всякой нечистоты и плоских дух, и дай нам бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия и народного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и поднявшимися среди исполнения заповеди Его и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его и непрестанные голоса таких будущих и невыразимая радость и непознанную красоту Христа Твоего. Ибо ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и тебя воспевает все творение, веки вечные. Аминь. Аминь. Здесь, Оль, когда общий судья, судья, ты читаешь судья все время почему-то. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Ты, святая Владычица моя, Богородица, и теми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и опоянного раба Твоего, беспечность, забвение, неразумие, нерадение и все скверные лукавые курные помыслы от окаянного моего сердца, от мраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищий зала, и спас меня от многих губительных воспоминаний и помыслов. От всех злых влияний освободи меня, ибо Ты благословен на всех родов, и славится многочтимое имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас,
святые угодники Божии, Георгий, Сергий, Елена, Ольга, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй страну нашу, власти Владимира Виктора Николая, чтобы мы жили тихой, спокойной жизнью, правой вере во всяком благочестии и честности. Спаси, Господи, помилуй господина нашего митрополита Илариона, протоиерея Иоакима, вселенских патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов, епископов православных, пресвященнические монашеские чины или святейшие полны, которые ты поставил под всесловесное твое стадо, помолись, помилуй и спаси меня грешную. Спаси, Господи, помилуй духовного наставника нашего Игнатия и по святым его молитвам прости мои согрешения. Спаси, Господи, помилуй родителей моих, братьев во Христе, престолодвижников, святоанфимовцев, здесь повсюду рассеянных православных христиан, родных и близких мне людей из рода моего и друзей, и дай им твои земные и небесные блага. Упокой, Господи, в небесных Твоих обителях на представленную Валентину, родителей моих, на представленную Валентину и всех православных христиан отвергающих. Вместе с светлым, вместе с злачным, где нет ни болезни, ни печали, но жизнь вечная, бесконечная. Святым упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего креста Твоего и всех святых наших. Помилуй нас. Аминь. Молитва о детях. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, удостой их любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Даруй им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Молитву о Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш,
Воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели из воли изучаемые предметы, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Алла, Отче, услышь молитву нашу, помилуй и прости нас грешных. Тайно и явно в уме помышления в одни и ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои. Прости соблазны, которые я подал ими, где я падал и вставал, Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых, хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Твою святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Ты святая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Мать и Святого Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя, покоем опором любви Твоей, скорбя, печали, тесных обстоятельствах, Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, подставления, отступчества и измены. Хвала Господу Богу нашему, за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, дивная заступница наша, Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешно. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте, и на работе, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И на мытарствах проведи душу мою, и введи ее на веки вечное Царство Небесное. Иоанн Креститель, Святеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности, быть благочестивым и довольным, довольство пропитанием и одеждой, и никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствуясь и малым, и искать прежде всего Царство Божие, правды Его, и не бояться начальствующих правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Каждому да дарует Господь жилье. Святитель Христов, Никола Мерликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога на нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле. Благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитву о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный.
Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Иерей, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Нехемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варум, Иезекииль, Осия, Иаир, Агей, Сафони, Захария, Малахия, Давид, Нафан и Отроки, пророк Михей, Даниил, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. И исполни Духом Твоим Святым, Церковь Твою, чтобы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии, предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, да продлится еще мир. Дай нам еще священника место для занятия, подели нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Мирский, Иосиф Философ, Косьма и Дамиан, Андрей Стакелар, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфимий Комедийский, Георгий Пантелеймон, и 40 святых мучеников, Саран Николай Святой Царство Семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы малые дети искренне верили в Тебя, гонили с искушений, не допустили принятия антихристовых начертаний на чужую и на правую руку, чтобы из скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний Феодосий, Корнилиев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, коснись сердец патриархов, митрополитов, священников, епископов, диаконов, всех, кто является служителями Твоими. И всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи Боже наш, даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы, слепы, сорвалуются, спаси нас, самарянина, Февронием, Вера, Надежда, Любовь и Матери София, Наталья Андриан, Варвара, Екатерина, Пересвятуя, Татьяна, Елена, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Престила Акила, Андроника Юния, Киприан и Устина. Молите Бога о нас. Даруй, Господи, делом и женам послушание, молчание, целомудрие, стыдливость и сохранить от всяческих поруганий и нападений недобрых людей. Господи, посети и исцели утешь болящих и немощных, Филариона, Игнатия, Валерия, Игоря, и всех, кто сдвижился, свято откинулся, есть находящихся православных христиан. Хвала Тебе,
Слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешным. Создал меня, Господи, помилуй меня. Из числа я согрешила тебя, Господи, прости меня грешную и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых твоих, молящихся тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, по всем ты помилуй. Говори, Господи, слушай, да слышат рабы твои. Аминь. Аминь. Доброе утро.